Класс! Сегодня Бублику и Кисточке некогда скучать, ведь они залезли на чердак, а среди старых вещей всегда можно найти что-нибудь интересное. Ой, не пугай меня, Бублик! О, воздушный змей! Так высоко! Сейчас достану! Эх! Ой, Бублик, будь аккуратен, пожалуйста. Не пережив. Ой. Ой, видимо, шишка будет. Что это у тебя? Посмотрим. Карта сокровищ. Ура, будем искать клад. Семейка собачек, веселый денечек. Гав-гав. Гав-гав-гав. Семейка собачек весело живет. С бабулей, с дедулей песенки поет. Гав-гав-гав, много забав. Семейка собачек, гав-гав-гав. Гав-гав-гав, много забав. Семейка собачек, гав-гав-гав. Сейчас здесь, значит, нам туда. А это точно наш дом? Карта же была на нашем чердаке. Ну да, а что делать теперь? Что-что, клад искать. Пойдем. Так, 5 шагов прямо. Теперь налево. Снова прямо. Фонтанчик же там. Может, мы где-то не туда свернули? И что теперь делать? Пошли к нему. Только теперь ничего не перепутай. Хорошо. Ой. Ой. Опять. Я ничего не понимаю. На этой карте все не так. Ага. Мы уже 3 раза заново начинали. И каждый раз тупик. Как теперь клад искать? Эх, я не знаю. Эх. Дети, что-то случилось? Мы клад найти не можем. Какой такой клад? Ну-ка. О, это же моя карта. Твоя? Я зарыл этот клад, когда был ребенком. Ого! Класс! Пап, а что там? Всякие важные вещи. Скоро вы их увидите сами. Пойдемте со мной. Класс! На поиски клада! Ура! Класс! А, вот почему вы не могли найти. Когда-то давно дедушка вместо фонтанчика построил эту беседку. Ты уверен, что копать нужно здесь? Да, много чего поменялось за эти годы в саду. Но я помню место. Ура! Клад! О, глазам не верю. А это что такое? Это? Это самая крутая игра. Сейчас покажу. Класс! Я просто обожал ее в детстве. Игра крутая. О, да. О, хотите послушать музыку моего детства? Ура! Одна из моих любимых групп. Мне очень нравится эта музыка. Как же здорово все это вспомнить. Очень здорово. Крутое детство. Семейка собачек. Веселый денечек. Сегодня семья Бублика и Кисточки собралась на пикник. Я возьму с собой сачок. Хочу поймать красивую бабочку. А я возьму мяч. А я возьму продукты, чтобы нас накормить. Ну что, вроде ничего не забыли. Все готовы ехать? Да, да. Семейка собачек. Веселый денечек. Семья садится в машину и отправляется в свое маленькое путешествие.
Я уже даже немного проголодался. Я могу играть весь день и ничего не есть. Но на пикнике очень люблю что-нибудь перекусить. Ряв! И я! Правильно! Чтобы было много энергии при игре на свежем воздухе, нужно плотно пообедать. Но где же наша еда? Корзина точно была на крыше. Может, она упала, когда мы наехали на ту кочку. И теперь там скучает одна. Точно! Давайте поедем и найдем ее. Все садятся в машину, чтобы отправиться на поиски потерянной корзины. Кажется, у нас закончился бензин. Как же мы забыли проверить бензин перед выездом. Папа, что, у нас теперь не будет пикника? И как мы попадем домой? Мы же не останемся здесь в лесу на всю ночь. Не волнуйтесь. Сейчас я позвоню дедушке, и он нас выручит. Похоже, телефон в лесу не ловит сеть. Я знаю, что нужно делать. Нужно залезть повыше, и связь появится. Странно, не работает. Наверное, нужно забраться еще выше. Вон там есть холмик. Похоже, он самый высокий в лесу. И все дружно отправились на холм. Ура! Связь заработала! Папа позвонил дедушке и попросил приехать, чтобы привезти бензин. Еду я к вам по дороге и вижу, на обочине стоит корзина. Я ее сразу узнал и понял, что это ваша. Домашнее печенье. Утро выдалось просто чудесным. Ребята проснулись в прекрасном настроении и думали, чем бы заняться. Ой! О, я открою! Интересно, кто это? Мама и бабушка с дедушкой обещали быть к вечеру. Сперва погляди в дверной глазок. Не учи ученого! Ой, какая-то незнакомая тетя. Давай позовем папу. Ага. Доброе утро! Меня зовут Агата. Я ваша новая соседка. Хочу угостить вас моим домашним печеньем. Приятно познакомиться. И большое спасибо. Мы прямо сейчас и попробуем. Вкусное печенье. Мама и бабушка тоже очень вкусно готовят. Да, и причем каждый день. Как им только не надоедают. О, а давайте мы тоже печенье приготовим. Маме с бабушкой сюрприз будет. А? Но как же мы сами приготовим? Мы же не знаем и не умеем. И вообще. А что? Мне нравится идея. Я бабушке и маме помогала иногда. Только не запомнила, как точно все делать. А духовку кто включит? Мама запретила нам даже подходить к ней. Эх, была не была. Духовку я включу, так и быть. Ура! Yes! Ищите продукты, а рецепт я посмотрю в интернете. Мука пшеничная и ржаная. Мука пшеничная, ржавая. Масло растительное и сливочное. Масло всякое там. Сахар ванильный. Мед. Сахар и ванильный мед. Сам ты ванильный мед. Скажи папе, что есть тыквенное пюре. Можем сделать тыквенное печенье на меду. Пусть ищет рецепт. О, тыква! Как в бабушкиных фирменных пирогах. Ага, вот бабушка удивится. Так-так, печенье домашнее. Тыквенное на меду. Видео? Не надо. Нет, не то. Снова не то. Кисточка, я нашел! Нашел рецепт. Сейчас распечатаю. Кисточка, мы нашли рецепт. Только он почему-то запечатанный. Сейчас папа его распечатает.
Такое липкое! Ну надо же! Оказывается, готовить еду – это так интересно! У меня не лепится! И вообще, мне больше нравится кушать! Любишь кушать, люби и готовить! А ты представь, что ты из пластилина лепишь! И все получится! Что, в самом деле? А если я машинку слеплю? Или самолетик? Можно, но лучше что-нибудь не очень большое, иначе будет долго припекаться. Рыбку или вот, цветочек, например. О, придумал! Я птичку слеплю. А я сделаю смартфон. О, здорово! Вроде бы все купили. Ничего не забыли. Зря мы с собой бутерброды не взяли. Очень есть хочется. О, а я бы чего-нибудь вкусненького съела. Чаю с печеньками. Приедем, надо будет испечь. Я уже не могу дождаться. О, это они. А мы вас ждем пить чай. А мы сами печенье испекли. Тыквенное. На меду. Мои вы умницы. Сами? А духовку кто включал? Папа включал. А еще он рецепт нашел и на принтере распечатал. О, какие молодцы. А я только мечтала чайку попить с печеньем. Семейка собачек. Веселый денечек. Молочный зуб. Сегодня замечательный день. Бублик и Кисточка гуляют недалеко от дома и наслаждаются отличной погодой. Привет! А где твой зуб? Выпили? Нет, он сам выпал вчера. Ой, Зорик, а как же ты теперь без зуба? Это ведь был молочный зуб. Скоро вырастет новый, постоянный. А взамен зуба зубная фея принесла мне монетку. И вот что я купил. Здорово! Ладно, я пойду. Ой, ой, ой. За мной. Ой. Так, ой. Это не то. Это не то. Ну и что ты там ищешь? Я слышал об этом от дедушки. Но нам нужна веревка. О, нашел! Пошли за мной. Чем занимаетесь? Проверяем гипотезу. А ты уверен, что у тебя все зубы молочные? Может, у мамы спросим? Закрывай дверь. Ну, как хочешь. Страшно. Мне тоже. Давай не будем. Нам нужен план Б. Кажется, у меня есть пара идей. Что у вас там такое? Может, чем-то помочь? Опыты, папочка. Мы справимся. Думаешь, зубной фее понравится? Уверена, что понравится. Надеюсь, наша идея сработает. Ага, поскорей бы утро. Вау! О, смотри! Утро начинается, малыши уже не спят, солнце улыбается. Приключения ждут ребят. Мамочка, прочитай, пожалуйста. Дорогие ребята, спасибо за подарки. Я надеюсь, что вскоре тоже смогу вам что-нибудь подарить. А пока заботьтесь о своих зубах. Ты слышала? Ага. Чистите их как следует. Ведь чем здоровее молочный зуб, тем больше монетка. Доброе утро, доброе утро, папочка. Зубная фея прилетала. Ага, а может и фей. Ну что, семейка собачек?
Веселый денечек! Эгегей! Ребята, понравилась серия? Не слышим! Нет? Да! Тогда поторопитесь подписаться и ставьте лайк! У нас еще много интересных историй! Велосипед. В жизни каждого ребенка наступает момент, когда вырастаешь не только из любимых ботиночек, но и другие любимые вещи пора менять. Так, вот так. Ну, теперь ровно. Дети, вы готовы ехать? Милая? Да-да, мы уже тут. Ой, мое любимое креселко. Папочка, посади меня быстрее. Бублик, поторапливайся. Опять свой супершлем ищет. Никак его к порядку не приучил. Так давай тебя посадим. Ура! Так, ну-ка, что-то не получается. Пап, что-то ножка не пролазит. Ну-ка. Ой-ой-ой, назад, я застреваю. Странно, кресло уменьшилось. Милый, не кресло уменьшилось, а наша девочка подросла. А как же я поеду? Ой, я что, останусь дома? Никто не останется дома. Просто наступил момент покупать велосипед. Я готов. Мы можем ехать. Ура! Мы едем за велосипедом. Семейка собачек. А что я пропустил? Ух ты, какие колеса! Спортивные, да? Ага. Это чтобы на поворотах не заносило. А это для чего? Это бардачок. Для бардака, что ли? Ой, нет. А это что за корзинка? А это специальная корзинка для моей доги. Круто. Бублик, не трогай. Ого. Оп. Так. Как это? Куда крутить-то? Ой, ну куда ты залез? Кисточка, велик сломан. Колеса не крутятся. Слезай, Бублик, не сломан. Ой. Вот, смотри. Просто надо снять с тормоза. Потом ставишь ноги на педали. Ого. И начинаешь крутить. Ну вот, кисточка. Надевай шлем и... Кисточка. Мама. Берегись, Бублик. Ой. Кисточка. Ой-ой-ой! Лови ее! Лови! Кисточка, как ты нас напугала! Милая, как ты? Мамочка, это было так здорово! Мне очень понравилось! Только я ничего не видела! Я глаза закрыла со страху! Кисточка, ну ты даешь! Ты так быстро ехала, что я не успевал следить за тобой. Научишь меня так? Бублик, если бы я хоть что-то видела, то научила бы, наверное. Чтобы на велосипеде было не страшно, а главное, безопасно ездить, нужно обязательно надевать шлем и защиту. Да, тогда можно будет не жмурить глаза, а спокойно ехать и наслаждаться прогулкой. И правда... В моем супершлеме ничего не страшно. Ты в нем даже ходишь. Мне ходить не страшно. Одевай-ка шлем. И перчатки. Ой, как мне идет. Теперь садись на велосипед и, главное, не закрывай глаза. Давай, кисточка, молодец. Получилось. Кисточка, да у тебя просто талант! Ты прекрасно ездишь на велосипеде! Это все благодаря шлему! Мне совсем не страшно! А меня научишь? Конечно, научу! Как прекрасен мир! Из окна автомобиля этого не замечаешь! А из кресла мир еще прекрасней! Семейка собачек! Веселый денечек! Не одни дома.
Сегодня в семейке собачек особый день. Мама и папа идут на премьеру спектакля, где звучит мамина песенка. Бабушка и дедушка приедут посидеть с бубликом и кисточкой. Поводов для радости хоть отбавляй. Мои дорогие, сегодня вечером мы с папой идем в театр. Вы будете с бабушкой и дедушкой. Ура! А дедушка расскажет нам сказку на ночь? Конечно. А ты нас на ночь не поцелуешь? Обязательно поцелую. А почему нам нельзя в этот ваш театр? Почему же нельзя? Можно, только на дневные спектакли для детей. Мы обязательно сходим все вместе. Кстати, бабушка с дедушкой привезут свежего молока. Можете сделать молочный коктейль с медом, а? Вот здорово! Мы и вам оставим! Семейка собачек, веселый денечек! Так. Ой, молоко надо поставить в сумку-холодильник, чтобы не прокисло, а мед закрыть поплотнее. Все сделаю, не переживай. Нужно поторапливаться, а нам бы еще заправиться не помешало. Бензина маловато в баке. Никогда не понимал моды на галстуки. Широкие, узкие, яркие, однотонные. Вот как мне правильно выбрать галстук? Папочка, чего тут непонятного? Смотри, что носит вокруг и тоже надевай. О, этот галстук точь-в-точь, как мой слюнярчик. А этот похож на мои ленты для косичек. Ой, не шевелись, пожалуйста. На тебе бабочка сидит. Я за сачком сбегаю. Бублик, не спеши, эта бабочка не улетит. Это галстук такой, бабочка называется. Вот незадача. Да-да, я могу к вам подъехать. Дети, думаю, они побудут дома полчасика самостоятельно. Все, ждите. Папочка, что случилось? У дедушки на полпути закончился бензин. Они с бабушкой не смогут приехать. А мы с мамой не сможем пойти в театр. Я отвезу им канистру с бензином. Пап, а как же мы? Хороший вопрос. Сможете побыть одни полчасика? Конечно, сможем. Я быстро. Не переживай, папочка. Мы не будем скучать. О, да. Это точно. Лови. Нет, эта идея мне совсем не нравится. А может, мы все вместе поедем? Отличное решение. Прыгайте все в машину. Ура! Привет, бабушка! Привет, дедушка! Как же я рада вас видеть! Так не хотелось вас подводить. Привет! Как же мы соскучились! Это я виноват. В следующий раз буду заправлять полный бак. Ничего, со всеми бывает. Все, можно ехать. По машинам. Я первый запрыгну. Ой, как мы все перенервничали сегодня. Главное, что в театр успели. Кстати, как все прошло? Замечательно. Мамина песня точно станет хитом. А папа со своей бабочкой был самым модным среди всей публики. Как дети себя вели? Немножко пошалили, зато заснули сразу. Слишком уж много сегодня впечатлений было. Да уж, с нашей семейкой не соскучишься. Семейка собачек. Веселый вечерочек. Скворечник. Наступила настоящая весна.
Бублик и Кисточка гуляют вместе с дедушкой в парке, наслаждаясь весенним солнцем. Спорим, я перепрыгну эту лужу? И оп! Ой. Вот как это делается. Оп! И... Ой, смотрите, какие смешные маленькие вороны. Это не вороны, это скворцы прилетели. Откуда прилетели? А зачем они улетали? Осенью скворцы улетают в теплые края, а весной возвращаются обратно. А зачем они возвращаются? Чтобы откладывать яйца и высиживать птенцов. Это для них строят специальные домики, скворечники. Правильно, Кисточка. Скворечники иногда крепят на фруктовых деревьях, поскольку скворцы уничтожают вредных насекомых. А давайте тоже сделаем скворечник. Да, давайте. Семейка собачек. Веселый денечек. Как-то оказывается непросто делать скворечник. Зато это очень здорово. Дедушка, а можно и мне гвоздь забить? Можно, только будь осторожен и береги пальцы. А мы с дедулей настоящий скворечник сделали. Неужели самый настоящий? Мы с моим дедушкой тоже когда-то делали. Уже придумали, где будете вешать скворечник? Ну, на каком-нибудь дереве. А что, это так важно? Скворечник нужно вешать на достаточной высоте, чтобы птиц никто не беспокоил. И чтобы они никого не беспокоили. Думаю, парк для этого прекрасно подойдет. Ага, и птицам там будет веселей. В большой компании. Только кто сможет так высоко забраться на дерево? Я как раз собирался немного размяться. Мне кажется, я еще не забыл, как лазить по деревьям. Ура! Мы идем вешать скворечник! Вот здорово! Семья скворцов сможет сегодня отпраздновать новоселье! Мне кажется, это дерево вполне подходит. Думаю, скворцам здесь будет удобно. И самое главное, на него будет несложно взобраться. Отличная ветка! Сюда и повесим. А как же его крепить? Ой, а об этом мы не подумали. Ну вот, что же теперь скворцы останутся без дома? Нужно привязать чем-то, что не повредит дереву. Ой, какие миленькие! Папа, эти скворцы уже прилетели в наш скворечник. Что же делать? Эх, была не была. Ура! Скворцы нашли новый дом! Семейка собачек. Веселый денечек. Волшебное семечко. Сегодня замечательный день. Бублик и Кисточка отправляются на дачу к бабушке и дедушке. У меня для вас очень важное поручение. Ого! Какое? Вы должны посадить вот это семечко. Посадить? А как это? Дедушка вам все расскажет и покажет. Нам пора ехать. Вы готовы? Да! Да! Семейка собачек. Веселый денечек. Пока-пока. Эге-гей! Ребята, понравилась серия? Не слышим. Нет? Да! Тогда поторопитесь подписаться и ставьте лайк. У нас еще много интересных историй. Дедушка,
А как посадить семечко? Ну, это очень просто. Нужно выкопать ямку, положить в нее семечко, закопать и полить водой. Что, и все? И все. Я думаю, мы справимся и сами. Так, нам нужна лопатка и лейка. Я за лопаткой. А я за лейкой. О, что-то приморилось. Оп. Ой, куда она исчезла? О, вот так чудеса. По-моему, ямка глубокая. Ямка как ямка. А если ему будет там страшно? Не говори глупости, кидай. Не буду. Кидай. О, ой. А вот и моя лопата. Ой, ой. И моя лейка. Чем это вы тут занимаетесь? А мы тут ой. Это... Зернышко сажаем. Вам нужна помощь? Не помешает. Хорошо, давайте выберем место, где больше солнца. Хорошо. Ох, и шалуны. Ну вот, ямка готова. Кисточка, клади семечко, внученька. А ему там не будет страшно? Ну что ты, семечку это даже понравится. А теперь уже можно поливать? Погоди, сначала нужно присыпать землей. А теперь уже можно? Теперь можно. Какие же вы молодцы! Только не забывайте его поливать каждый раз, когда к нам приезжаете. Ура! Не забудем! Семейка собачек! Веселый денечек! Ставьте лайк! Подписывайтесь на наш канал и увидите первыми наши новые серии. Лики и Кисточка все лето ухаживали за растением, и у них выросла огромная тыква.